В одно из сел нашего благочиния приезжало телевидение. В том числе заехали и в храм. Мы в селе Пезмак Карткировского района. Стоит оно на правом берегу Вычегда у старичного озера Пезмакты. Название села происходит от коми слов «пеже» – «поганый, скверный, нечистый» и «миг» – «из лучина реки». Карткирос и Пезмак, они находятся на противоположных берегах, но через водным путем надо обогнуть большую излучину. И из-за этой излучины и получила свое название – «пежмиг» – «поганая, скверная излучина». В 1843 году жители Пезмака возвели трехпрестольный храм. Главный предел был освящен в честь Богоявления Господня. Остальные два – в честь святых Прокопия Устюжского и Власия Севастийского. Службы в храме шли около 100 лет. В 1930-м церковь закрыли, основной предел взорвали. Оставили лишь колокольню и летний храм. Меньше всего пострадал предел Прокопия Устюжского, поэтому церковь, которую начали восстанавливать в 2013 году, решили назвать именем этого святого. Раз храм Прокопия Устюжского, значит, кого о помощи просить? Прокопия Устюжского. И вот тут инициативная группа собралась и поехала в Великий Устюг к Прокопию поклониться, помолиться. Привезли оттуда икону, и святой Прокопий стал помогать. И как-то и нашлись спонсоры, нашлись добрые люди, которые стали и материально помогать, и народ сплотился, и стали вот такая традиция древняя была еще в Ветхом Завете, сейчас она немножко забыта, что раньше люди все платили десятину на содержание храма, потому что сейчас очень многие возмущаются, ой, а почему в храме там вот мы заходим, там рядом со свечкой какая-то цена, там рядом еще какая-то цена. Ну, потому что десятину никто не платит, а храм должен на что-то жить, на что-то восстанавливаться. А здесь вот как-то народ решил, а давайте мы попробуем эту древнюю традицию восстановить, платить десятину, и благодаря этому вот находятся средства на то, чтобы храм вот так быстро восстанавливался. А еще благодаря молитвам Прокопию Устюжскому местные жители построили трапезную. А теперь возводят теплый храм в честь Богоявления Господня. В нем будут вести службы зимой. Кстати, после закрытия храма с 1933 года началась самая печальная страница в истории Пезмака. Вблизи села был организован исправительно-трудовой лагерь НКВД. И работал он до середины 1956 года. Здесь отбывали срок десятки тысяч заключенных и спецпереселенцев со всего Советского Союза. Ну, а это староста Пезмакского храма Лидия Акимовна. В одном из старинных домов, которые теперь уже стали достопримечательностью села, размещается библиотека. У здания тоже своя история. Это родовой дом Лидии Юраневой. Его построила прабабушка и пятеро ее детей. Старшей было всего 14. В 1934 году была семья зажиточная и раскулачили. Все отобрали. Всех из дома выгнали. И потом здесь открыли избу-читальню, вот. Потом была школа, потом жилой дом, библиотека, вот. А клуб даже еще был. В детстве, конечно, мы это все знали, что это родовое гнездо, а ничего не поделаешь, это уже не наше. Я в сельском совете работала 22 года, там было сокращение, и мне потом предложили, в библиотеке остается место и освобождается. Может, возьметесь за работу? У меня прямо слезы на глазах. Конечно, возьму, это же наш дом. И в библиотеке Лидия Кимовна решила обустроить все по-домашнему. Вернула в родной дом бабушкин ткацкий станок, с юными читателями собрала и расставила по полкам старинную деревенскую утварь. Чугунки, утюги, самовар, прялки, керосиновые лампы. Теперь это библиотека-музей. Здесь всегда много гостей. Хозяйка дома угощает их топленым молоком, запеченной рыбой и проводит мастер-класс по ткачеству. Дети приходят, взрослые тоже приходят. Дети заходят иногда после школы и сразу в музей заходят, потому что им интересно потрогать, посмотреть. Я говорю, вы же недавно еще были. А нет, давайте мы еще все посмотрим. Вот, им как будто тянутся. Да, тянутся. Угу. И сейчас открывают модельные библиотеки. Угу, но. Современные пуфики. Угу, да. Современные шкафы, полки. Вы такое хотите? Нет. Не хочу, я свое хочу. Вот у меня что есть, вот это у меня ценность. Это я дорожу.